Всем привет! Сегодня у нас 15 июля. Мы, в общем, собрались в наше путешествие. Сейчас еще пробежим маленько по магазинам и поедем в путь-дорожку. В общем, 250-260 где-то километров будем ехать. Оставайтесь со мной. Ребят, не сказала вам, куда мы едем. Мы едем в Муромцевский район. И там находится 5 озер. Кому интересно, посмотрите на ютубе. Это озеро Ленево, Данилово, Щучье, Потаённое и, в общем, еще какое-то. Но мы едем именно на Ленево покупаться. Ну, в общем, я вам засниму, что мы там будем, как мы там будем. В общем, оставайтесь со мной. Деревня или село, я не знаю, Лежанка. Там, в общем, делают дорогу. В общем, мы с ним ждем и решили вот перекусить абрикосиками. В общем, стоим и ждем. На улице погода классная. Круто, в общем. Ребят, дорога плохая. В общем, кочка на кочке. Проехали мы, я не знаю, деревня это или село Серебряное. И вот после Серебряного вообще дорога просто ужас. Вот такие вот кочки. Едем вот, едем по обочине. Ну вот кочки. В общем, подъехали мы к развилке Большеречья. Вот здесь речка у нас, или озеро. Нет, озеро. Озеро Артынка. Вот едешь, такие места красивые, вообще класс. Ну все, приехали мы уже в Муромцево в само. Вот проезжаем. Так что скоро будем у озера. Столько много машин едет, нагруженных с прицепами. Ну, в общем, отдыхающие едут с озера. Чем на заправку вам заезжать, да? Заезжаем на заправку. Едем мы по Муромцевому. Такой поселок городского типа.
На улице жара. А здесь черви не продаются? Мы, в общем, сегодня в Омске искали, где купить червь. В общем, хотим там порыбачить еще маленько. И все магазины почти что в Омске закрыты. Ну, так как сегодня воскресенье, и все магазины почти закрыты. Ну, все-таки нашли в одном магазинчике червей. Так, а тут у нас речка Тара. Ну, такая тут красота, елочки везде растут. В общем, красиво. И вот уже стенд один. Здесь написано, что тут у нас написано? Зеленый остров, палаточный лагерь тут есть. Написано. Вот здесь дорога такая не очень. Щебенка. Вот выехали мы уже из Муромцева. И едем дальше к озеру. Подъезжаем к развилке на озеро Ленёво. Ну, я вижу. Так, налево это у нас Кондратьево идет, и вот вывеска Ленёво. Так вот, быстро сняла. Так, тут кочки. Вот лесная дорога здесь идет. Едем, едем, едем. Едем возле того места, где практически все буксуют на машинах. Но так как жара, тепло. И, ну, в общем, пыль вот стоит. Но когда грязь, тут вообще ужас. Такие тут колья. Вон там вообще лужи вон стоят. Фу, пылища. В общем, скоро уже подъедем. Вот, подъезжаем мы уже к самому озеру. Здесь такой мостик. Вот домик тут стоит, база отдыха написано. Вот такой тут мостик. Хиленький, хлипенький. И речка. Да нормально все. Доедем живыми. Так, ну и тут вот карта написана, как что ехать, где здесь парковка. Парковка 800, через 800 метров. Так, а что это продают у нас? Я не знаю, ягоды, наверное, или грибы. Иван-чай. Иван-чай продают. Варенье с кнопкой. Это из этой деревни. Ну вот, подъехали мы уже к озеру. Сейчас будем, в общем, платить, наверное, за место, будем определяться, где мы остановимся. И покажу вам прекрасное озеро Ленёво. В общем, красота здесь. Природа, свежий воздух. Дорога вот как песочком идет. Вот. Зачем тут пешеходный переход сделали? Мусор потерял. Угу. Вот здесь парковка. Туалеты вот стоят вдоль дороги. В общем, будем располагаться. Мы уже на озере. Идем выбирать место.
О, как же тут классно. Вон озеро. Все купаются, кто-то собирается домой, кто-то только приехал. Да. Всем привет, идем мы на озеро купаться. Погода солнечная. Вот наш лагерь стоит, две палаточки. Вот такая вот тоже стоит столик со скамеечками. Идем купаться. Жара. К озеру. Как оно красивое. Тепло. Хорошо. Вот здесь мусорки стоят. Лежаки. Видал, как у меня сейчас это такая мелкая пыль. Едем на озеро Данилово. Мы на озеро Данилово. Вот идем. Машину оставили. И идем просто покупаться. Погода, как всегда, сегодня супер. И вон тоже, видишь, палатка. Ручкой. Я снимаю видео. Что, дядь Лёш, понравилось тебе на озере? Да. Маша, тебе. Тут такой опасный мост. Речка. Ну все, счастливые, загорелые, едем домой. Так быстро пролетели 3 дня. Но пока озеро Ленёво.